Сегодня я выполняю свой гражданский долг. Я пришла голосовать. Голосовать за будущее своих детей. Детей моей школы, всей страны. Я пришла голосовать за процветание России. Выполняя свой гражданский долг, я считаю, что каждый гражданин должен быть здесь сегодня и решать судьбу нашей России. Мой любимый Верхнеуральск, ты всегда был впереди всех. Ты маленькая родина больших красивых граждан. Я думаю, что, и не только думаю, а я уверена, что сегодня мы все выбор сделаем свой. С праздником, дорогие верхнеуральцы!